Всем зрителям, подписчикам канала «Уральская усадьба» привет! Сегодня мы монтируем павильон шириной 6, длиной 7 метров. Это будет навес над бассейном. Вот там все будет стоять. Всю ночь мы ехали. Находимся примерно 800 километров от дома. Скажем так, южнее. Началась у нас работа. Каркас у нас почти готов. Сейчас докручиваем верхние прогоны и крепим каркас к основанию с помощью сварки. Покрыли мы стены, закрепили, все зафиксировали, установили уголок перелив. Сейчас будем крыть крышу. И останутся у нас двери и форточки. Крышу мы покрыли. Сейчас мы одеваем на нее торцевой профиль. Затем основательно все ее прокрутим термошайбами. Сделаем двери, форточки, и все, наш павильончик будет готов. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня навес над бассейном, форма павильон, размер 6, ширина, длина 7 метров. Цвет данной конструкции бирюза, бирюзовый. Поликарбонат 10 миллиметров, закреплены термошайбы, торцы защищены торцевым профилем. Также есть декоративные уголки на стойках, торцах. По низу отлив, все это у нас стоит на основании из трубы. Мощная труба, к ней мы приварились. Подкрасили все. Каркас у нас сделан из трубы 40 на 40, основная арка, подпирающая 40 на 20. Очень мощная конструкция. Никакие ни ветры, ни снеги, ни почем. В торце две форточки. И здесь, как уже видели, цельная дверь. Покрашено все полимерно-порошковым способом. Цвет тоже бирюзовый. Вид с другой стороны, ракурсов мало, условия немножко стесненные. Красивая, здоровенная получилась конструкция. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!